За нормативы ГТО взялись пожилые люди. Сегодня в программе «Спартакиады для пожилых людей. Устойчивая связь» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля были организованы площадки для сдачи нормативов ГТО. Женщины старше 55, мужчины старше 60 лет прошли тесты по силовым видам испытаний. Отжимания от пола, гибкость, поднимание туловища и бег на 2 километра. Также к движению ГТО присоединяются студенты медицинского колледжа. Сегодня испытания попробовали на себе более 200 молодых людей. Я думаю, лучше как бы до ГТО нужно потренироваться, посмотреть видео, потому что на сайте выложено видео, и потом после этого значительно легче будет. На будущий год я хочу весной сдать нормативы, и хочу, чтобы мой результат значительно улучшился.